Народ, всем привет! С вами канал Училка физкультуры в Эмиратах. Дамы в Эмиратах, в городе Эляйне. И знаете, что можно найти в Эмиратах? Индийскую кафешку. Настоящую индийскую кафешку с настоящей вкусной индийской едой. Позади меня кафе Fun and Food. Популярное индийское кафе в Эляйне. Кстати, все потому, что очень много людей работает, очень много людей живет в Эляйне именно из Индии. Официант здесь из Индии, еда вкуснейшая. В общем, сейчас мы с вами пойдем и очутимся просто в Индии. Ставьте лайк, подписывайтесь, пишите комменты. Поехали, поехали тестить индийскую еду. Ну что, поехали, зайдем в кафешку. Вот он. Чудесный персонал из Индии. А вот кафешка, здесь она выглядит как индийская кафешечка. И вот здесь у нас такие комнатки, куда можно заходить. А еще вы можете купить здесь просто еду. У вас будет как бы все включено. Но это происходит все попозже, где-то с 7 до 9 вечера. Просто люди платят определенную сумму, заходят, берут блюдо, которое они хотят, и кушают. Вот такая вот кафешечка, супер. Все, начинаем наш мукбанг. Вот мы уже в индийской кафешечке, показываем цены. Да, блюда индийские, цены в дирхамах. И креветки есть, и супы. Тут ресторан Fun and Food. 5 лет назад мы были, как раз тогда у меня были каникулы, Наташа первый раз в Эляйн приехала. Ну, цены адекватные, нормальные. Вот я точно хочу и томатный суп, а Наташа будет чикен hot and sour суп. Такой суп, когда у тебя во рту горит просто. Очень острые. Дальше что есть? Хлеб. Обязательно возьмем попробовать парату. Ну как попробовать? Мы в Индии пробовали. Очень классная лепешка. Тоже все лепешки. 2, 3, 5 дирхам. 1 дирхам есть. Так, что дальше у нас по меню? Дальше есть мутон, биф. Так, мутон это у нас барашек, а говядинка и сифуд, морепродукты. Вот. Цены озвучиваю обязательно в субтитрах. Ну, раз уж мы в индийском ресторане, тут здесь Chinese seafood, китайская морская еда. Да, ну то бирьяни, конечно, будем брать. Скорее всего, мутон и чикен попробовать. Хорошо, закажем, все вам покажем. Сидим, ждем еду. Здесь такие прикольные семейные такие комнатки. Оп. Открыли, посмотрели, что здесь. Отличненько закрыли. И сидим здесь, ждем еду. Вообще классно. Наташа готовится к еде. Все, мы готовы, заказали, ждем еду. Вот нам уже принесли мой томатный супчик. Ну, бесплатный, естественно. Овощи и Наташин супчик, который очень острый, да, как он называется еще раз? Hot and sour суп. Ну, то есть после этого супчика у вас будет огонь внутри. Ну, вот точно вы покашляете, потом все болезни у вас пройдут. Сейчас начинаем тестировать, начинаем пробовать. Начинаем тестировать. Сейчас попадаем обе в камеру, отлично. Вот кофеек у нас есть, правда, растворимый. Мы хотели настоящий индийский кофе, это есть настоящий индийский кофе, правда, он должен быть еще с молоком и с сахаром, но мы отказались. Вот, так, супчик пробуем. Вспоминаем. Вкусный томатный супчик, да, класс, то, что надо. Почувствую себя нога в Дели. Ну, не знаю, Джайпури, ладно, какой-то тайский или какой-то суп считается. Вот, томатный супчик в Индии всегда был одним из любимых моих, там, наверное, угощений. Нет, здесь все классно, здесь все вкусно, он такого цвета, какого должен быть, так что да, за это 5. Как тебе? Наташа очень довольна, значит, да, в эту кафешечку ходить можно. Практически мы перенеслись в Индию сейчас. Можно? Да, давай. Но я вот hot sour не хочу пробовать, точно я закашляюсь. Хороший. Да, хороший суп, хорошие сухарики. Классно. Сейчас у меня слезы будут, кашель будет.
Вот. Это вкусно. Напишите в комментах, кто любит супчики. Кстати, в детстве я их вообще не любила. Ну, а сейчас, да. Сейчас прикольно. Видно, не видно. Ну, сейчас вот тут это с курочкой, но оно все как вместе, очень тонко порезано. И овощи, морковочка, перец чили. Вот такое вот темное месиво. У меня просто перетертый суп с томатом и пюре и сухарики. Классно. Горит огнем. Принесли нам наши блюда. Уже посмотрите, какие огромные. У меня курочка тандури запеченная. 18 дирхамчиков стоит. Она острая будет, готовься. Ну, отлично, будет острая. У Наташи мутон, барашек в рисе. Сейчас будем там его искать. Изымать. Еще к этому такие лепешечки, соус. И соус, который тушит огонь. Вот обязательно такой соус йогуртный к острым блюдам. Обязательно. И лепешечка парака. И парака. Один дирхам стоит, очень вкусненькая. Ой, свежая. Сейчас, в общем, все попробуем. Наташина блюдо, по-моему, 20 дирхам стоит. Попробуем, вы это все увидите. Ну вот, снова наш мукбанг продолжается. Нам уже блюдо принесли. Сейчас я ем парату. Вам показывать. Очень вкусная. Лепешечка. Ручки простилизуем. Да, лепешечка просто. Вот это вкусняшная вообще. Ну, это индийская. Там постоянно в Индии вам приносят лепешки. Там нет невкусного. Там есть, есть варата, есть и роти. Чапата, есть роти. То есть очень много лепешечек. Ой-ой-ой, это будет добраться. Буду так и сбрасывать. Ух, мяско, мяско. Наверняка с косточками, но ничего. Приборы уже есть, смотрите, какие приборы. Волшебные. Практически серебро. Да, могу даже не накладывать, я могу вот так вот кушать. Ну, ладно, накладывать. Боже, я не подумала, что тандури это сейчас будет реально острое. Ну ничего. Курочку-то я могу есть. А может это сейчас я тебе помогу? Ой, ты бы мне помог. А как твоя вилочка здесь? Спасибо. И какая она шикарная. Туда столько риса. Конечно же, я столько не съем, мы возьмем с собой. Короче, это порция где-то человек на троих. Да, человек на троих. То есть, когда садитесь в Эмиратах, садитесь в Индии, будьте уверены, что, в принципе, вам хватит порции. Так. Ну, тогда это я сюда просто попробую сразу. А сколько штук? Рисик. Так. Рис точно не острый. Вот мутончик. Но это еще не все мясо, там еще в середине есть. Обнаружила это чуть-чуть мутон, Наташка. Хотя это не чуть-чуть, правда? Я Супер. Буду ложкой есть. О, я свою ложку отдала, но ничего. Вот ложка. Есть ложка, да. О, ну давай, немножко. Все-таки рис уже островатый, но я люблю это. Это та острота, которую действительно я могу его есть. Я угощусь. На Шри-Ланке, вот там, первый раз на Шри-Ланке, мне тяжело было острую еду есть, у меня болел живот. Но в Индии все было классно. Не такую острую, как есть Наташа, конечно, но такую. Ребята, это вкусно. Очень-очень срединную. Ну да, положу ложечку себе. Вот жадная натура себе наложила, а есть твою. Ну, видите как. Это лайфхак. Положи себе и есть в чужой тарелке. Ну, молодец, молодец. Нормально. Это все правильно. Это все жизненный опыт. Да, это все жизненный опыт. Сейчас попробуем. Рисик вкусный, уж пробовала, да? На курочку. Угу. Чтобы получить, какая курочка красная такая. Ух. Так, а я буду готовить. Сейчас чувствую, курочка, да, даст мне жару. Ну как? Вообще не острая, по-моему. Ну, слава богу. Вкусишь? Попробуй просто. Даже бы... ну, чуть-чуть острая. Не надо... Наташа обалдеет нас... мутончиком. Не надо нас курицей дурить, когда есть мясо. Да, Наташа любит такое. Любит больше говядину. Барашка. Я больше люблю курочку. Ну, конечно, мы обрели свининку, но муслимская страна тяжело достать. Есть лайфхаки, но тяжело. Обожаю индийскую делать. Смотри, какая-то такая легкая, вкусная. Она вкусная. После нее ты себя плохо не почувствуешь. Пишите в комментах, кто пробовал индийскую еду, кто любит индийскую еду. Просто интересно. На листик?
Да, йогурты давай, нарисуй. Все, хватит, спасибо. Вот таким йогуртом обязательно тушить острый рис, острую курочку, любое острое мясо, будет хорошо. И очень вкусно. А что это такое? Это что-то острое. Нет, это типа... Ой, это манго. Это манго, острый манго. Сейчас попробую. Обычно идет и чили тут. Сейчас, все, ховайся. Кардамончик. Рис с изюмом, класс. Ну что? Хабаться надо, я понял. Я не буду пробовать. Ну так. Я бы не сказала, что сильно острое. Оно даже кисленькое больше. Лучше кисленькое. Ну, острова. Курочка бомба. А, иди, давай попробуем. Это какое оно? А, оно ломается, надо его сразу есть. Это мы мороки. Похоже. Похоже. Такой блинчик воздушный. Да, но он такой трескается и разлетается просто на кусочки. Здесь как в Индии, шум, такой говор, официанты здесь все и работники из Индии. Класс, класс. Мы действительно перенеслись в Индию. И улыбается все время. Да, и так. Да. Как они в Индии любят делать. Рис это вообще нечто отменное. Да, по-моему, твой. Бери. Ел бы и ел бы. У меня более острое, да. Но я Ну, потому что это тандури. Да. Ну, курочка тандури здесь адекватная, я могу ее есть, то есть супер. Мы очень довольны. Желаем вам покушать и приятного аппетита. А теперь смотрите, сколько всего осталось. Вот мой рис, Наташа туда, правда, мутончика положила, барашка. И Наташин рис. Так мы мясо почти все съели. Вот. Но мы это, конечно, оставлять не будем. Это все вкусно. Мы попробуем забрать это все с собой. Попросим, чтобы take-away завернули. И сейчас покажем вам счет. Вот уже принесли на счет. В целом 69.30. Сейчас расскажу, что сколько стоит. Black tea. Правда, мы пили black кофе. Черный кофе. Ну, похоже, они в одну цену. Дирхам с чем-то. Чикен тандури 18.90. То, что было у меня. У Наташи был барашек мутон бириани за 21 дирхам. Дальше Наташин hot and sour суп 10.50. И мой choice of cream, томатный супчик 15.75. И лепешка парата всего 1 дирхам. Ну, вообще классно. Все очень вкусно, все очень нравится. Вот такие цены в индийской кафешке в Эмиратах. Понравилось, упаковали еду при нас. У нас куча риса. Нам очень понравилось и по цене, и по качеству. Все, вот мы поели уже. Наелись, все здорово. Все, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. И тоже я вам желаю сейчас сесть и хорошо, вкусно покушать.